Как дела? Простичка, все просто. Я того лево-право давал, углан тури делал. Начинается гранд-финал среди самых сильнейших 1К-узников. И вот они самые ебанутые слева направо. Мрази Крил. Сика. Саша, Яша. Китычи, иероглифы. И Белли Дезерт. За меня уступает Степочкин. Любовь. В тем смерть. Зинака. Снотливый. И я выступаю в роли четвертой позиции. Скорее всего, будет выкачен сигнатурный Паджевич, но, скорее всего, не успел его надрафить, схавали его на пятерку. Ну, Пуджабы я схавал, но, скорее всего, да, как я сказал, Мрази Крил. Вот реально, не Мрази Крил, а тварь еб... Я таких типов только так называю. Парни, всем привет. Привет, друг. Привет, брат мой. Как ты настроение? Что случилось, брат? Поднялся до того потолка, где кидает ебаных руинеров либо раков. О, это я, кстати, брат. Ты рад? Скажи честно. Я уже ничего не удивлюсь, поэтому, как ты знаешь, все равно. Ты сам по себе такой тип пули заряженный, Орнот, только честно. В плане заряженный. Ну ебачим, сисешь нахуй, зубы выбьешь, нет, на сапырку нахуй. Расковыряешь? В жизни или в игре? Ну, блядь? Можно и там, блядь, брат, как пойдет, знаешь. Ну, и там способен это сделать, да, вполне. Ну, хорошо, брат, я сделал все, что в моих силах, чтобы привести тебя к победе, понимаешь? Ну, я тоже сделал все, что в моих силах, чтобы выиграть. Тускар четверка, извиняйся прямо сейчас, Тускар четверка хуй так говорит. Прям сейчас жду извинения. В письменном виде, нахуй, хуй говорит, слышишь? Вопросы по скилу хотя бы один. Проливается, первая кровь, и Степочкин забирает. Саша Яшин. Антимаг, брат, как тебя в целом все сверху? Ну, средняя очень. Насколько средняя, от 1 до 5 примерно? Нас. Примерно цифры нужны, братик. Цифры, 2. Конкретика. 2. Обоснуй свою 2. Точку зрения прямо сейчас. Потому что меня здесь гоняют. Конкретно кто, имя, фамилия? Домбрейкер, я хуй за эту фамилию. Ну, шаман у нас есть, брат. Сгрызь! Просто сгрызь! Нормально. Схавали шаманчика, поймали, прям за жопу отправили в таверну, отомстили наконец-таки за наши смерти. Мансим. Хорош, нормально. Начинается драка снизу, пытаюсь убить Пуджай, получилось тут же шаман сразу сюда, Тракса дает задувку, попаду, но потом результат. ЛХП, что уходит назад, ультимативный от ОД, Пудж хукает. Пажерса, брат, я без нихуя, вообще. Чисто стою, нюхаю, если что. И вот они, мои храбрые бойцы, слева направо, ломают Т4, последний тавр стоит, пытается его дефать, не получается, Пудж промахивается, готово заканчивать эту игру. Команда Писька Гриза в финале The International, тоже пошел контрспалта Димага. ОД дает Астрал, хорошая, качественная игра. Парни полетели. Оп. Ваш хавчик. А вот это что, бустер? Нихуя мановой хнул. Я ху. Пацаны, блять, уверен, что это стоит того. Показок на еб. Опа! Опа! Все хорошо, брат, не переживай, у руля папа. Не, ну а чё? Ну моментами, да, Хасаню, да, моментами исполнять, да, нарушаем. Да, 220 летим по встречной. Вижи, брат, вижи, суку, вижи. Ну, считаю, соло прекрасная и грамотная РП от Магнуса отправляем в таверну. Прямиком на кал Зевса с Эмираной при помощи, ну, небольшой помощи двух черепузников чистого. А нихуя! Пацаны, стоим на! Парни, килька попоймана. О, ты куда слезнул? Хорош! Ой, нормально, делаем ультракил, забираем практически всю вражескую команду. Осталась одна Урса, Урса ломает нам низ. Ломает. Нам Т3 заходит по центральному коридору. Все нормально, парни, на трон-спид играть можно. Замотил болта, видели на скеле? Парни, мне очень страшно. Ау. Брось меня, брат! Я после байбека забей. Обидно, обидно проебаем за меня. Пошел нахуй, гнида, где твой идол, видно, сгинул. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто смотрел, кто не подписался. Обязательно подписываемся, всех поднял, обнял, заплакал. Увидимся с вами завтра. Вы красавчики. Всех целую, обнимаю, сердце прижимаю.